участок дороги на Керченском шоссе также ограничено движение на нем. Украину на сегодня в том виде, в котором есть, может спасти только одно. Говорю так, как я вижу ситуацию, кому-то это и не понравится. Если мы остановимся по линии Днепра. Также военнослужащие по призыву не привлекаются для участия в специальной военной операции. Это может быть такое объявление, которое мы не поверим. Но, как мы прекрасно понимаем, делать они этого не будут. У нас хотя бы шанс есть вернуть себе свое большое национальное огромное русское имя. Обратите внимание, какой разрез. Супер секси. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф, а це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче, як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишити нам вподобайку і обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, бо сьогодні ми вам покажемо таке. На Росії знову неспокійно, а хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала, що до росіян почне долітати. Долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ, воєнно-промисловий комплекс, і не тільки. Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники, і не тільки, так в них і буде палати. І це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема, і їхнє озброєння. Тож, ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня, і що відбувалось за поребриком. Сотрудники ДПС перекрыли движение на улице Геологической, а также все те, кто отправляются из Феодосии в поселок Приморский, должны быть готовы к тому, что участок дороги на Керченском шоссе также ограничено движение на нем. Королі пропаганди сьогодні, звісно, теж вийшли на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули. З іншого боку, безкінечно вони переконують свого глядача в своїй правоті і в тому, що тільки вони знають істину. А ще тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад 2 роки вони розповідають про те, як увесь світ з ними бореться, а вони 2 роки перемагають. Тільки результат, як то казав класик, все ж таки на табло. От зараз всі ці захисники прав і свобод журналістів, свободи слова, які обычно, так сказати, впрягаються по любому поводу, в Госдепартаменті, на Даунінг-стріт, в колективному Брюсселі, в таких міжнародних організаціях. Как ОБСЕ. Кстати говоря, Совет Европы очень любит на эту тему поговорить. Вот все они должны были бы выступить, наверное, с коллективным обращением относительно того, как недопустимо и как ну, противоречит и логике, и здравому смыслу всему международному праву подобные атаки. Но, как мы прекрасно понимаем, делать они этого не будут. Почему? Потому что они уверены, что касается коллективного Запада, сидят и потеряют руки. Российские СМИ давно для них стали объектом настоящего нападения. Мы знаем это, мы противодействуем им. Тогда, когда необходимо, принимаем ответные меры, копировать вот эту вот преступную деятельность, собственно говоря, самим ею заниматься. Но в любом случае этот вопрос будет поднят на международных площадках, на всех. И в Организации Объединенных Наций, и, безусловно, в ЮНЕСКО. Рассматриваем не просто как некий бухгалтерский документ, а как важнейший инструмент развития. Приоритеты бюджета четко обозначены президентом России. Это социальная поддержка граждан, укрепление
обороноспособности, достижение целей специальной военной операции, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, поддержка участников СВО, их семей, а также технологическое развитие экономики и социальной сферы. Мироздание все делает для того, чтобы мы не отвертелись от победы. Оно в каком-то смысле великом, благом, оно насилует просто нас. На секунду вообразим себе, что та форма переворота в Украине, которую на Украине, в Киеве, которую мы предполагали, что она удалась. И они садили Зеленского с поста президента и посадили Медведчука. Никакого переворота в культуре, поворота в Китае, в Индию и так далее, никакой смены сознания, ничего этого с нами бы не произошло. Пугачева, Галкин, Макаревич, Роднянский. Ургант и компания. Ургант, компания. Откровенные враги России, которые болеют за тех людей, которые убивают русских, остаются все поголовно на своих местах и даже, может быть, даже улучшают свои позиции. Мы в другую сторону не развернулись, у нас хотя бы шанс есть вернуть себе свое большое национальное огромное русское имя. Мы должны дать понять американскому народу и государству, что мы применим ядерное оружие по территории США. Как это выглядит? Это может это быть выглядит. Такое объявление, которое мы не поверим. Не такое, как МИД делает там 25-й уже центром принятия решений. Что они скажут? Так, у вас ультиматум 3 дня. Так, да, так и должно через быть. Через 3 дня мы бьем, например, по Неваде, где у вас военный полигон, где никто не пострадает, но вы поймете, что мы не шутим. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Украину на сегодня в том виде, в котором есть, может спасти только одно. Говорю так, как я вижу ситуацию, кому-то это и не понравится. Если мы остановимся по линии Днепра. Я имею в виду, что вот так, как я вижу четко, и каждый день, так сказать, благодарю Богу, что я дожил до этой эпохи, вижу четко, как наша армия идет вперед. Я вижу, что она накатывается валом, что используются абсолютно все аргументы. Согласен с генералом Гурулевым, что мы перестали миндальничать с городскими кварталами, с НАДО, мы их просто сносим в хлам, а вовсе не используем штурмовые группы, тем самым разменим жизнь наших ребят. Мы научились воевать с беспилотниками, с корректировкой огня. По этому поводу, единственное, что нас может остановить сейчас, это водный рубеж Днепра, если мы не пойдем дальше, это будет спасение какой-то Украины. А если я вас правильно услышал, что до Днепра нас уже ничто остановить так не точно. Может? Абсолютно верно, это именно то, что я имел в виду. Я очень верю в данный момент, без всякого, мне не надо никому кадить фимиам, но тем не менее говорю, то, что нам очень сильно повезло с Верховным, и повезло с тем, что сейчас новая команда в Министерстве обороны. Потому что у людей есть желание, есть, как говорится, злая спортивная воля, она не спортивная, она боевая, идти вперед. И есть армия, которая в состоянии это делать, даже с точки зрения наших врагов. Поэтому единственное, что меня несколько, ну не то, что пугает, настораживает, вот аргумент «крупные водные преграды, мы можем остановиться, потому что жизнь наших бойцов, наших солдат». То есть форсирование Днепра – это очень сложная операция. Я все понимаю, Руслан Станиславович, но делать этого нельзя. Останавливаться нельзя, потому что с другой стороны Днепра сидит нацистский зверь. И он будет таким зверем, причем он будет зверем в десятой степени, в десятой итерации, если ему дать время оправиться. А мы не забегаем вперед, предполагая, что будет, когда мы дойдем? Мы же еще не дошли. Никак нет, потому что если мы посмотрим, я действительно, как и вы, по-своему, хоть и православный, но немножко, может быть, суеверный, в суе верный, но тем не менее я понимаю, что после взятия Угледара, допустим, фактически нет укрепрайонов такого же класса, где они лили бетон в течение 8-9 лет. Идет степь, гладкая степь до Южного Днепра. Такая же ситуация наблюдается во многих других точках прорыва фронта. И по этому поводу воевать им, при условии, что мы еще развернули массовое производство снарядов, и что у нас все, слава Господу, перекрещусь хорошо с ракетами, и, кстати, с боевой подготовкой летчиков, что в первую часть конфликта, в первую фазу конфликта, я великолепно знаю, о чем я говорю, действительно, ребятам надо было привыкнуть, что огонь убивает, когда сидишь за штурвалом. Было. Но сейчас люди, как говорится, окрепли, заматерели, понимают, что к чему. Поэтому я думаю, что ничто нас не остановит, кроме как нашего собственного желания, Боже нас от этого паси, договариваться с нацистским зверем. Для меня это не только Украрейх. Я, вы знаете, мою позицию считаю, что весь Запад живет только под эгидой нацизма. Другого там нет, мы просто обманывали самих себя. Поэтому с Украиной мы должны расправиться. Добавлю еще одну вещь. Не люблю быть пустопорожным, потом пытаюсь говорить по сути. Если вы возьмете карту
и наложите на эту карту американские авуары, Руслан Станиславович, на территории Украины, вы поймете, что пока они еще не начали терять. А я очень хочу, чтобы они обанкротились своими миллиардными, триллионными вложениями в Украину. Почему они сейчас так сходят с ума? Как только мы пойдем дальше, они начнут терять деньги, потому что это уже это их территория. Давайте поясним нашим зрителям, что надо наложить на карту Украины. Это те места, куда американцы вложили свои капиталы, которые они могут физически потерять, когда мы до них дойдем, и они уже перестанут быть американскими. В соответствии с указом президента Российской Федерации, 1 октября стартовал очередной призыв граждан мужского пола, не находящихся в запасе, для службы вооруженных сил Российской Федерации по призыву. Территория Красноярского края будет отправлена чуть больше 4000 человек. География службы самая большая, начиная от самых восточных до самых западных наших рубежей. За исключением на территории новых субъектов Российской Федерации военнослужащие по призыву службу проходить не будут. Также военнослужащие по призыву не привлекаются для участия в специальной военной операции. Все наши юноши будут распределены сначала по учебным частям, где в течение полугода пройдут подготовку по специальности. В дальнейшем будут распределены в соответствии с полученными знаниями воинские части на территории Российской Федерации. А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, звісно, не в їхньому телеку. Не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах. Тому що там життя росіян без купюр. Там те, що не вигадується і не намагаються вони це якось все прикрасити і подати по-особливому. Ні, всю жесть, все дніще свого життя вони саме там спочатку самі фільмують, а потім викладають. Тож, власне, і ми, як і завжди, зробили неймовірну підбірку соціальних мереж росіян. Делаю, що тут є там одна. А ці тут же пройшли, да, перед нами там Міша. А этим же сюда, да? Да. Все не пойдем на берег. Там, что это. Ужас, что просто жесть. Вот какая дорога. Ну, вот мужичок сел. Сейчас тремя машинами будет пробовать дергать. Провалился. Этой. И вон еще третья спускается. Сегодня день рождения Владимира Владимировича Путина. Ему исполнилось 71 год. Давайте все в комментариях пожелаем ему добрых слов. Россия – сила! Какое платье? Слушайте, очуметь можно. Вот эти камни, декор вот этот безумно красивый. Обратите внимание, какой разрез. Супер секси. Села идеально. Смотрите, какая красота. Магазин Бордо. Напоминаю вам. Тут все такое женственное, элегантное. Сколько раз я посещала этот магазин, я никогда не ушла без покупки. Если честно, каждый образ производит фурор. Всегда, когда я появляюсь
в образе, который предоставляет мне магазин Бордо. Мне всегда пишут девочки, где покупала, и просят оставить ссылочку. Смотрите. Блин, слушайте, оно вообще, оно потрясающее. Королевское платье. Где моя корона? Девочки, магазин Бордо. Я нахожусь в ТРЦ Донецк-Сити. Это история о том, как встреча с одним человеком изменила мою жизнь. Ровно год назад. Именно на этом месте произошло мое знакомство для меня с великим человеком, с Кириллом Сириусом. А тут произошла встреча и знакомство, которое радикально и кардинально поменяли мою жизнь. И вот ровно год, как я знаю этого прекрасного человека, великолепного мужа своей очаровательной супруги Ксюши, как прекрасного коллегу и просто очень доброго и отзывчивого человека. Кирилл, спасибо вам большое за все. Я вас... Хто додивився до кінця, той сьогодні від нас отримує зіроньку, у тому числі, як і у нас, сталевих нервів. Ви, друзі, якими щоденно прокачуєте свої скіли, і ми вас із цим вітаємо, тому що все те терпіння, якому ми навчилися, весь цей аналіз і критичне мислення обов'язково допоможуть нам легше пройти увесь непростий шлях до нашої перемоги. Не забувайте коментувати, почути і побачене. Обов'язково лишайте нам вподобайку, тому що тільки так ми можемо розповсюджувати всю зібрану інформацію. Ну і, звісно, підписуйтесь обов'язково на YouTube-канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!